от гарячих глаз, тогда называется очень легко сидеть по ту сторону баррикад и быть принципиальным. Сейчас я вам расскажу про принципиальность. Поменяйтесь. Вот когда поменяетесь, тогда и будете рассказывать с горящими глазами. А так капельки закапайте. Первое. Были заложены деньги на ремонт пищеблока в 12-ю школу. Ремонт начали 1 сентября. Деньги, извините меня, положили, а детям сегодня есть негде. И сегодня, а деньги в это время лежали где-то на депозите. Ни директор школы, ни родители не знали о том, что пищеблок будет делаться неизвестно сколько. А я вам объясню почему. Потому что заключали договор, в котором даже срок исполнения работ был указан 31 декабря 2018 года при наличии денежных средств. А теперь школа закрывает, извините меня, питание детей по акту СЭС, потому что за время летних каникул никто не сказал и не поставил проблему, что нужно оборудовать другое помещение для питания. А в это время выделяются деньги из бюджета на горячее питание. Ремонты развязаны, дети живут, мало того, что на стройплощадке, без горячего, а теперь вообще без никакого. Вот это работа эффективная при наличии денег и при наличии плохого депутата. Дальше я вам расскажу. Когда ремонтируется амбулатория, все понимают, что территория находится вне пешеходной доступности до следующего. Значит, городская власть должна подумать о том, как организовать подвоз граждан туда, потому что это ответственность городской власти. И понимать, что деньги на эти малые нужды есть. О том, что если нет аптеки в это время, то значит, городская власть должна обеспечить наличие медикаментов ночью в территории, где недоступно доехать ночью, на такси люди вызывают для того, чтобы получить элементарную помощь какую-то. Вот эти вещи должны модерироваться не депутатом, а исходить из чиновника, который зарабатывает деньги, зарплату получает хорошую. И тогда в городе будет порядок.